Хе-хе-хе, ребятки, с вами я, Стив Про, и сегодня всех вас я приветствую на обзоре лучшего сервера InMine для Майнкрафта Pocket Edition. У этого проекта целых два сервера, первый сервер работает на версии 1.7, но второй сервер работает на версии 1.8. И чтобы, ребятки, вам зайти на сервер для версии 1.7, вам потребуется использовать все данные, которые сейчас есть на ваших экранах, то есть ip.inmine.ru, но порт, ребята, стандартный 191.32. Но чтобы зайти на сервер для версии 1.8, вам потребуется всего лишь изменить порт, ребята, на порт 191.33, ребята. То есть вот с этими данными вы сможете зайти как на сервер 1.7, так, ребята, на сервер и для версии 1.8. Но мы, ребята, сегодня с вами зайдем и на тот сервер. Но начнем мы с вами с версии 1.8. Поэтому давайте, ребята, уже наконец-то зайдем на сервер InMine. Ну что ж, погнали! Ну что ж, ребятки, вот мы с вами зашли на сервер для версии 1.8. И я вам совершенно забыл сказать о том, что сегодня специально для вас я совершенно бесплатно отдаю аккаунты с платными привилегиями. На этой, ребята, версии у меня есть аккаунт с привилегией премиум. Ребята, мы с вами покупали эту привилегию в предыдущем обзорчике. И вот, ребята, сейчас я вам скажу все данные об этом аккаунте. Во-первых, ребята, мое имя SteveProSeventy3. Ну а пароль, ребята, я, к сожалению, свой забыл. Но у меня есть две версии пароля, ребята, которые 100% подойдут. Либо, ребята, я вот такой пароль, то есть Steve Pro, либо, ребята, пароль Steve Pro 73. То есть, ребята, попробуйте два этих пароля, и один из этих паролей будет 100% верным. Я не знаю, ребята, возможно, что в будущем здесь кто-то сможет поменять пароль. Но вы, ребятки, уж не меняйте пароль, пожалуйста. Будьте так уж добры, и пусть все играют на этом аккаунте. Но, ребята, на втором сервере у меня есть аккаунт с Флаем. Тоже, ребята, совершенно бесплатный аккаунт, который я вам также отдам, но об этом маленечко попозже. Ну вот, ребята, сейчас мы с вами находимся на версии 1.8. Здесь все очень красиво оформлено, ребята, новогоднее такое обновление. А также, ребятки, на этом сервере у меня есть полностью практически алмазный сет. Вы, ребята, просто на это посмотрите. И, кстати, наверное, сейчас я могу получить свой кит-старт, ребята, а точнее кит-премиум. Так, пишем кит-премиум. Премиум, так, подождите, премиум, ребята, и, наверное, я получу свой кит-старт. Да, ребята, я получил еще один кит-старт премиум, и вы просто посмотрите, ребята, что мне дали. Это, ребята, просто топ-жир, прям просто, ребята, жирно. Так, здесь у нас сплив, ребята, да, на этом сервере есть полноценный сплив, на который я могу спокойненько зайти, но, к сожалению, почему-то со мной никто не хочет, ребята, играть. На версии 1.7 я, наверное, в сплифе, ребята, сыграл около 20 каточек, а здесь, ребята, еще не одну каточку, и почему-то реально со мной никто не хочет играть. Нужно, ребята, людей всех звать, звать и звать. Так, ну-ка, где у нас выход? А где выход? А вот, ребята, выход. Так, жмем, выходим. И, ребята, нужно всех реально звать на сплив. Так, кто? Ребята, кто пойдет на сплив? Может, ребята, кто-то пойдет на сплив? Коу? Может быть, реально кто-то пойдет со мной на сплив? Так, сейчас, ребята, подождем. Может быть, кто-то пробежит и пойдет со мной поиграет на сплифе. Ребята, на самом деле, это очень крутой режим. Кстати, здесь кто-то летает или нет? А, да, у него флай, да, или что? Нет, у него тоже премиум. Или какой-нибудь... Чё, ребята, у него за привилегия была? Я что-то не увидел, но он почему-то летает, Стив. Ну, окей. Ну, вроде я, ребята, летать не умею, потому что у меня доступа к такому режиму, ребята, нету вроде, если я не ошибаюсь. Да, ребята, у меня доступа пока что нету, то есть нужно приобрести креатив. Блин, ребята, почему-то никто со мной не хочет играть на сплифе. Ну ладно, ничего страшного, ребятки, все-таки этот сервер не только для сплифа, ребята, здесь вы можете и спокойненько выживать. Ну а также, ребятки, самое главное, что на этом сервере есть очень красивое меню. То есть мы с вами пишем команду меню, ребята, вот таким образом, и смотрите, какое менюшку у нас открывается, ребята. Здесь мы с вами можем приобрести как блоки, так вещи, ребята, так узнать и подробно информацию об этом сервере. То есть, допустим, магазин блоков, ребята, открываем, и здесь мы с вами можем спокойненько купить разные блоки. То есть, ребята, вот так у нас выглядит магазин на этом сервере. Это очень круто, и такой, ребята, я вижу впервые, и я этому очень сильно, ребята, удивлен. А Eat Play, приюти меня, please, please, а у меня домика-то тоже нету пока что, поэтому сорян. Так, ребята, дальше у нас есть еще есть основные команды, контакты, кит-наборы. Так, основные команды, ребята, RG, RTP, Job, Donate, ребята, Spawn, Set Home, Home, TPA, ТПАСОП, АТПДН, ПОС, ребята, ТЕЛ, КИТ, МОНЕ и, конечно, Джобс, ребята. Денег у меня, наверное, вообще нету, потому что я еще не работал. Напишем, давайте, команду МОНЕ. Так, где МОНЕ? Подождите, МОНЕ. Вот. И, ребята, у меня, да, у меня, к сожалению, 0 монет. Хоть есть и, ребята, привилегия, но у меня, к сожалению, 0 монеток, что довольно обидненько. То есть, ребята, мне нужно написать команду Джоб вот таким образом. Так, подождите.
И, ребята, мне нужно устроиться на работу. Но, блин, ребята, я купил привилегию, но мне лень работать. Кстати, ребята, все цены сейчас вы видите на ваших экранах. То есть, Fly стоит 9 рублей, а премиум, ребята, который у меня сейчас 59 рублей. И, ребята, самая дорогая привилегия здесь создатель 299 рублей. Кстати, ребята, я ошибся, у меня на версии 1.7 не Fly, а VIP. Я что-то ошибся, ребята, реально прям, вот просто сорян. У меня на том сервере, ребята, именно VIP-ка, а не Fly. Я что-то прям ошибся, ребята, и думаю. Не, я же покупал випку, да, ребята, у меня именно випка. Поэтому на версии 1.7, ребята, у меня именно випка. Ну, я теперь думаю, что нам пора перейти на сервер для версии 1.7. Ну что ж, погнали. Ну, а теперь, ребятки, мы с вами находимся на сервере InMind для версии 1.7. И на этом сервере, ребята, у меня куплен VIP. То есть, как видите, слева от моего ника написано VIP. И чтобы вам, ребята, играть на моем аккаунте, вам требуется знать мой пароль. И также, ребята, мой ник. Мой ник StevePro73. Ну, а пароль, ребята, сейчас я вам напишу. То есть, мы с вами, ребята, пишем вот такой пароль, StevePro, ребята. И это мой пароль на этом сервере. Так, мне написали привет. Давайте, ребята, тоже напишу привет, привет. То есть, ребята, вот вы вводите вот такой пароль, StevePro, ребята, и вводите мой ник StevePro73. И вы сможете спокойненько играть под моим аккаунтом, ребята. Ну а самое главное, что у вас будет совершенно бесплатная привилегия. И это, ребята, конечно, очень круто. Так, ты настоящий? Да, так, да, я настоящий. Ты увидишь себя в видосике. Вот так. Опа, все, ребята, опа, я думаю, что Челик маленечко удивился. Ну, я бы, ребята, если я бы играл, увидел своего ютубера, то да, я бы маленечко удивился. Ты снимаешь? Да-да-да. Так, ребятки, короче говоря, вот мы с вами находимся на сервере для версии 1.7. Здесь, по сути, все то же самое, что и на версии, ребята, 1.8. Только этот сервер работает на версии 1.7, ребята. И на этом сервере у меня место премиум куплен, ребята, VIP. Ну да, привилегии есть очень дешевые. И, как видите, ребята, Fly стоит всего лишь 9 рублей, ребята, это очень дешево. И игроков на этом сервере, именно на сервере для версии 1.7, это очень и очень много. Вы просто на это посмотрите, ребята, здесь большое количество игроков. Но самое главное, что здесь можно спокойненько зайти, ребята, на сплиф, и можно спокойненько играть. Как видите, вот я зашел. Сейчас, ребята, здесь тоже появятся игроки, мы с вами будем спокойненько играть. Так, ребята, ну что, начинаем нашу игру, да или нет? Еще нет, ребята, еще нет. Сейчас же, ребята, прямо сейчас уже начнем играть. Или уже начали, подождите. Нет, по-моему, еще не начали. Да, вот, ребята, снизу написано, что через 2 секунды начнется игра, ребята. И все, мы сами начали. Погнали, погнали. Я думаю, что я затащу. Так, челик, давай, падай, падай, ребята, челик упал. И мы сами остались вот с этим челиком 1-1. Так, интересно, повезет ему или нет. Мне кажется, ребята, он упадет. Хотя, смотрите, ребята, довольно хорошо играет. Хотя и на компьютере, ребята, но я должен победить. Так, ребята, так. И я упал. Блин, ребята, позор, просто позор. Я как бы играю на компьютере, я еще прыгал, ребята. Это реально просто позор. Хотя я должен был победить. Так, может быть, кто-то еще придет. Давайте посмотрим. Может быть, кто-то еще заглянет на сплиф-арену, ребята. Но вот на версии 1.8 так не поделаешь, потому что там довольно мало игроков, ребята. Но все-таки, как по мне, InMind, ребята, это самый лучший сервер как для версии 1.7, так и для версии 1.8. То, ребятки, на обоих этих серверах есть автошахта, которая обновляется раз в 20 минут, ребята. То есть, как видите, здесь есть небольшая шахта, где очень много игроков, ребята. И здесь смотрите, что я нашел. Есть алмазики. Алмазики, ребята, я забрал свой алмазик, у меня было 5 алмазиков, ну а теперь, ребята, у меня целых 6 алмазиков. Ой, мне кажется, кто-то на меня обиделся. Ну а также, ребятки, на этом сервере есть еще и тиры, где вы можете спокойненько зарабатывать свои монеточки, ребята. Но если вы заработали достаточное количество монеточек, вы можете просто написать команду меню, ребята, вот таким образом, пишите эту команду, ребята, отправляете, и у вас открывается вот такое меню сервера, ребята, где вы сможете узнать подробную информацию о донатах, сможете, ребята, отправиться в магазин блоков, и также, ребята, можете узнать основные команды. Ну, мы сами давайте отправимся в магазин блоков, ребята, и здесь мы с вами можем приобрести как блоки, ребята, так и предметы. Но у меня 53 монетки. Почему так много, ребята? А потому что я участвовал довольно много раз на сплиф-арене, ребята. И я могу себе купить что-нибудь дорогое. Давайте посмотрим, ребята, что здесь самое дорогое. Самое дорогое, ребята, здесь это золотое яблоко, но, к сожалению, столько монеток, ребята, у меня нету. Давайте мы с вами допустим, ребята, купим алмазик за 23 монеточки, ребята, одно количество. Ну, давайте, ребята, купим 2 алмазика. Ребята, я купил 2 алмазика, и, блин, ребята, к сожалению, почему-то не хватает денежек, хотя алмазик вроде стоил... А, да, ребята, все правильно. У меня же всего лишь 53 монетки, а нужно, ребята, 56. Так, ладно, ребята, давайте мы с вами еще раз отправим эту команду и купим это уже всего лишь один алмазик. Ребята, заходим в предметы, находим алмазик, где-то он здесь был неподалеку, ребята, вот алмаз. А, да, ребята, 23 монетки он стоит, и нам нужно 56, ребята. Покупаем поэтому один алмаз, ребята, и мы с вами
Да, приобрести товары, потом мы сами купили алмазик, всего лишь, ребята, один алмазик, и у меня в итоге получилось 7 алмазиков, довольно неплохо. Ну что, ребятки, как по мне, это и правда самый лучший сервер для версии 1.7 и для версии 1.8. Ребята, если этот сервер вам понравился, то обязательно поставьте лосося. Ну а на этом, ребятки, все, всем пока-пока.